Эти высокие желтые щиты появляются на улицах Самары, обозначая, что на участке запланированы дорожные работы. Конструкции устанавливаются согласно требованиям к подрядчикам, которые обновят объекты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Щиты брендированы символикой нацпроекта, изготовлены в соответствии с ГОСТом. На сегодняшний день в городе монтажные работы выполнены на 60%. Всего же выставят 42 инфощита, по 2 на каждом объекте, в начале и конце участка, входящего в ремонтный перечень. Мы на тех дорогах, которые планируем отремонтировать, заблаговременно устанавливаем инфекционные щиты о том, что данная дорога будет отремонтирована по национальному проекту. Это позволит жителям нашего города и гостям видеть то, что данная дорога действительно будет отремонтирована. И также предусмотреть более оптимальные маршруты для себя. А жителям, рядом с домами которых развернутся работы, владение информацией поможет заранее определиться, на какой территории будет лучше парковать свой автомобиль. Зубчининовское шоссе – один из объектов улично-дорожной сети, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Вот и здесь появились инфощиты. В дальнейшем на этом участке в границах улицы Физкультурной и Аэропортовского шоссе закипит работа. Подрядчики будут снимать слой асфальта и менять его на новый. А пока идет подготовка. Наша подрядная организация будет производить работы вот на трех улицах на сегодняшний день. Также установка знаков от начала до конца работ. Жители Зубчининовки с нетерпением ждут, когда главное шоссе поселка приведут в порядок. Конечно, это важнейший момент, и это очень важно. Конечно, нужно. Обязательно. Потому что здесь у нас вообще и лужи везде. Обязательно. На инфощитах всегда указываются общие сведения о ремонтных работах, даты начала и окончания, название подрядной организации, ФИО ответственного за производство работ, а также контактный номер. Если у жителей есть предложение или замечание, они могут позвонить по этому номеру. В прошлые годы горожане пользовались такой возможностью. Как для профильного департамента, заказчика ремонтных работ, так и для подрядчиков важно поддерживать обратную связь с населением, чтобы при необходимости оперативно принимать меры, связанные с ремонтом. На этой неделе в рамках реализации дорожного нацпроекта работы начались на двух объектах. Приводят в порядок трамвайные межпути на 6 перекрестках улицы Алматинской от Республиканской до Олимпийской. Работы стартовали и на улице Чернореченской, которую обновят комплексно. Всего в этом году в Самаре только благодаря нацпроекту преобразятся более 26 километров дорог местного значения. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.